Уважаемый товарищ президент, на ваше рассмотрение выносятся следующие кандидаты для назначения руководителями важнейших государственных организаций. Авраменко Сергей Анатольевич представляется на должность генерального директора Открытого акционерного общества «Минский тракторный завод». Демидов Иван Валерьевич представляется на должность генерального директора Открытого акционерного общества «Белвторчермет». Панченко Андрей Васильевич представляется на должность генерального директора Государственного объединения электроэнергетики «Белэнерго». Горлова Ольга Сергеевна представляется на должность ректора Витебской ордена «Знак почета» Государственной академии ветеринарной медицины. Нет главных и второстепенных предприятий за этим столом. Вузы готовят для нас кадры. Я очень хотела, чтобы у вас это получилось. Совсем еще молодого специалиста нагрузка приличная, особенно в вузе, который для нас очень актуален. Это главная проблема сегодня в сельском хозяйстве, ветеринарии. Вы, наверное, знаете это не хуже меня. Ну, а Витебское наше предприятие, оно основой является подготовки кадров, так и другие вузы. Минский тракторный завод, надо было давно уже принимать решение по Минскому тракторному заводу. Вы понимаете, что такое МТЗ для Беларуси? Это бренд брендов, во-первых, а во-вторых, трактор – это главное орудие труда везде, начиная от улиц и дворовых участков и заканчивая сельским хозяйством. Если имеешь трактор, можно не иметь вообще никакой техники. Это и транспортировка, это и пахота, это и посевы и так далее и тому подобное. Лучшие школы, чем у нас в Беларуси, по тракторам в мире нет. Это одно из ведущих мировых производителей тракторной техники. Не мне вам говорить, вы это лучше меня знаете. Что касается вторчермета по заготовке рассчитанному использованию вторичных ресурсов, это вопрос к вопросу. Вторчермет работает наполовину. Нам половину надо добавлять. Я часто привожу пример со стеклом. Допустим, Швейцария, боюсь обмануть вас, ну, наверное, процентов 80-90 получает из боя бывшего употребления стекла для нового производства, а мы меньше половины. Есть куда двигаться и у кого учиться. Поэтому очень-очень важный в этом плане вопрос. Словом, здесь находятся кандидаты на должности по очень важным предприятиям.